Здравствуйте, я Зера. Сегодня покажу кое-что интересное. Это у меня Violet Queen. Зацвела у меня пилориком. Симпатюлька. А брала просто обычную Violet Queen. Все зелененькое. Все тоже. Хотела просто показать свою Бернадетту. Вот как она у меня красиво цветет шоколадкой. И смотрю, она уже начала, завял один цветочек. Такая она у меня красивая. Покупала я ее, она была более темнее, но были какие-то полосочки. Но я не думала, что она у меня вот так зацветет нарядной, красивой. Тут у меня этот пиглип еще растет, цветет вернее. Пока у него все хорошо. Жару перенес нормальненько. Это мой леопардик, красавчик. Он уже побледнел. Был цветом более такой оранжевый. Очень интересно. Он становится с розовиночкой такой. Симпатюлька. Тут у меня моя жемчужинка цветет еще. Красотулечка еще одна. Я хочу показать детку, которая у меня выросла. Кстати, у меня эта детка в том году цвела. Мамаша, походу, уже хочет уйти, покинуть меня. А детка вот выросла уже вот такая. В том году она у меня двумя цветочками, два листика было и уже цвела. Найду, если фото вставлю. Красотулька. Вот я очень рада, что она мне дала детку. Покупала я ее цветашкой. И вот верхушку она скинула, видите? И дала детку буквально два листика, и он у меня зацвел. У меня детка еще есть у Love Potion. Вот она. Вот такую детку вырастила. Детка не маленькая. И сама мамашка ничего так выросла. Этот старый цветонос. Вот новый растет цветоносик. Там у нее еще где-то детка была, не могу понять где. Короче, не видно. Корешульки у нее много. Это то, что я ее покупала. Знаете, я думала, она не выживет у меня. Вот этот листик. Вот с этим листиком я его покупала. И потом она еще вырастила. Вот уже третий лист растет. И детку растет. Где эта детка? Нормально не могу показать. Ну, детка хорошая. Эта орхидея у меня Red Rose. Смотрите, как хорошо растут корешульки. Сидела в мхе. Как вы поняли, это Red Rose. У меня же первая зацвела без сплэшев. Я купила еще одну. Посмотрим, как это зацветет. Очень надеюсь, что зацветет вот именно вот так со сплэшами. Очень нравится такая. Купала цветашку вот последний раз. Смотрите, какой она лист красиво вырастила. Корешульки еще пока не разбудила. Но лист вырастила. И тут есть у нее. Покажу, не покажу. О, почка. Тут у моей красоточки все растут новые листочки. Корешочки. У всех что-то растет. Вот у меня тут моя красотулечка. Это Мейдерленд Чамба. Пахучая красавица. Очень вкусно пахнет. И цвет у нее такой. Ну, правда, цветочки мелковатые. Цвет хороший. Вот в прошлый раз он у меня цвел. Были крупные цветочки, а цвет был слабенький. А тут вот цвет хороший. Пробегусь по тем, которые у меня уже цветут давно. У меня вот этот капучино. Очень интересно расти цветонос. Он раздвоился вот так вот. Сначала рос крючком. Крючок я ему выровняла, а он вот так выдал. Вот такой цветонос интересный. Финифчик у меня таки растет. Ой, цветет. Мартин вообще красавчик. И
Ему, видимо, солнце нравится. И он вот, если зимой он цветет по 3-4 цветочка, а тут он вот прям красавчик. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже семь. Седьмой. Реликс. Умничка. Пахучка моя красавица. Как она пахнет на всю комнату. Тут второй цвета, вот один цветоносик уже все отсушила. Ну, не отсушила, а отцвела. Тут остался один цветочек. Надо вообще порезать, наверное, чтобы отдохнул. Она растит листик. Эта красавица растет листик. Это Little Mary, которая у меня пахучка еще одна была. Это у меня вот такая гроздь у Motion. Умничка. Как я люблю эту Motion. Она просто нежная-нежная красавица. Посмотрите. Brother You. Цветет у меня вот в такой темной версии. Шикардосская тоже. Тоже мне очень понравилась. Я вам скажу, что очень живучая орхидея. Получилось, я ее пересадила. И она вырастила цветонос. Он даже не успел корнями как-то адаптироваться. И тут пошли вот такие цветы. Красавец. Пантера умничка. Тоже очень живучая орхидея. Это зимние цветы. Вот еще до сих пор цветут. Дорастил мне один необычный такой цветочек, который отличается от тех. Он и крупнее. И окрас красивый у него. Мне, конечно, этот окрас больше понравился. Он был с бежевым оттенком. Сейчас бежевость ушла, вот как у фронтеры. Остался вот такой необычный окрас. Цвел он у меня вот так вот. Бантиком. Видите? Бантик чуть-чуть есть. Не очень видно, когда солнце бьет так. Кстати, вот эту красавицу я называла сюда Morning Star. Казалось, что это не утренняя звезда. А у нее есть другое название. Я потом вставлю. Когда я нашла, была в шоке. Я в Инстаграме у девочки ее видела как Morning Star. Очень нежная, красивая орхидея. Ароматная. Ханечка моя красавица. У нее уже, смотрите, зеленые. Видите, позеленел. Он так давно цветет, что аж позеленел. И вот этот бутон, который у него был. Сейчас покажу. Который сжатый цвел. Он так сжатым и остался, не выровнялся. Пока вот так поставлю, чтобы показать. Вот такой он сжатый и остался. Очень нравится мне вот этот пиглип. Его тоже покажу вот так. Сейчас уроню. Вот так покажу. Очень кучерявый. Цветы огроменные. Вот если сравнить с этими цветами, представляете, какой крупный цветок. Ну, сантиметров 10-11 точно есть. Очень нарядная орхидея. Очень красивая, такая волнистая. Интрига моя. Зацвела вообще необычная. Цвет у нее больше бежевого. Вот так. Вот. Так вот ее цвет. Она тут даже на Red Rose похожа, да? Цветочки у нее получились бежевые. Они не красные. Вот они в прошлый раз, если у меня цвели, они были красные. Ну, как бы оттенок такой больше. Вот это, смотрите, вот. Вот близко. Вот она вот так у меня не цвела. Смотрите, сколько крапушек у нее. Какая она интересная вообще получилась. И у нее есть... Необычный цветочек. Красавчик. Умничка какая красивая. Покажу свой бемонт. Он уже отцветает. Бомонт. Очень красивая губка. Цветочки у нее получились не крупные.
Кус не маленький. Вот, посмотрите, какая лопоухая. А цветочки получились мелковатые. Но губа просто фантастическая. Почему-то она начала сушить вот с конца. Интересно. Вроде бы с корнями все хорошо растет. Новые корешульки. Могу даже показать. Я ее не пересаживала. Как она сидела в родном горшке, так и сидит. Я вообще не спешу никогда пересаживать. Все ему хорошо. Это пират Пикати тут растет новый лист. У него такие листья мощные какие-то. Прям жесткие. Кошмар. Такой красавчик. Тоши. Смотрю, отрезала я ему, короче, вот эти два цветоносика. Что-то мне не понравился его тургор. Корневая вроде бы хорошая. Она уже вот, видите, зеленые цветочки. Уже зеленец такой есть. У этого нет еще, вот где колонка. У этого она прям такая, уже с зеленым оттенком. И это вообще живучая красавица. Вот это я понимаю цветок. У нее вот этот цветочек, который последний зацвел бежевым, он так он бежевым и остался. Эти вот уже цвет поменяли. Знаете, тургор у нее хороший. У нее очень корневая такая интересная. Смотрите, это новые корешульки она растет. Своя корневая у нее была слабенькая. Видите, гнилые корни. Я же ее покупала цветашкой. И она мне дала два цветоноса. Честно говоря, я не думала, что она выдержит. Ничего, выдержала. Цветет очень давно. Вот такая красота. Моушен, наверное. Ой, моушен, говорю. Тоши, наверное, я отрежу. Цветонос хватит. Для меня цветок важнее. Вот я чувствую, что вот эти листья хорошие, а вот именно этот, может, лист такой мягкий у него. Тургор. Боюсь, чтоб не это. Пусть лучше отдохнет. У Тоши убрала цветонос. Вот видно уже зеленый. Пойдет в горшок сейчас. Вазочку какую-нибудь. Очень красивая орхидея. Ну, вот так получился. Как трехглавый дракон, которому голову отрезали, так и он. Очень понравился вот этот сингониум. Смотрите, какие у него листочки. Красивые. Я ему из мха сделала вот такую палочку. Ее поливаю, вот ниточкой затянула, ну, чтобы держалась. Надо полить высохло. Вот это как лягушка такая. Цвет красивый у нее тоже. Они все стянутся к солнцу и получается чуть-чуть согнувшиеся растут. Вот новый листик у нее растет. Это которая триколор. Тоже новый листик растет. Этот мох я покупала на Авито. Мох, говорю, боже, что со мной сегодня? Жара, короче, на меня плохо действует. Это папоротник кучерявый, который. Вообще красавчик. Не капризный, он такой молодец. Вот этот вот тянется, я не знаю куда. Вот листики новые тоже расти. Вот раскручиваются. Вот этот новый. Куда-то тянется. Надо его поправить. Надо ему тоже, наверное, какую-то палочку прицепить сюда. Куда-то тоже тянется. А это Валли. Как ее снять? Цвет, чтобы показать. Верхушка у нее завяла. Вот я ее отрезала. Эти цветочки пока держат. Цвет у нее такой бежево-коричневым каким-то оттенком получился. Оранжевость ушла. Куст хороший. Корни хорошие. Сидит в мхе. Из пахучек у меня еще вот эта красотка есть. Yellow Tris. Умничка.
очень живучая орхидея и очень красивая, такая приятная. Аромат обалденного. Красота только. Pink Galaxy тоже очень вкусно пахнет. Она у меня зацвела не бабочкой. Такие нежные цветочки. Я же говорю, она вот цветочками очень похожа на Замбию. Но аромат очень-очень шикарный. Сапфир Галах. Начал свое цветение. Вот так он и цветет. Это вот 4, максимум 5 цветочков. И так вот будет отсушивать один. Он у меня уже вот 2 цветочка уже отсушил. И будет постоянно доращивать. Вырастет уточку такую длинную. Потом, когда это все закончится у него, он просто ее отсушит. А у меня тут мелисса красиво зацвела. Такая нежная, прямо просто нежнятина. Вот. Очень нежная, видимо, жаркая. Она такая бледная. Вообще нежнючая. Но мало. Обычно она у меня могла гроздь хорошую дать, но что-то не хочет. Пока думает. Орхидея, которую я купила у Наташи с Нижнего Новгорода, Excellence Orchids. Посмотрите, они все дали новые листики. Тут меня даже удивило. Вот орхидея, которая была... Это покажу. Смотрите, какая она. Я ее по скидке брала. Это орхидея Хумор. Она похожа на каменную розу, только биглип. Новый листик дала, корешульки дала. Все у нее прекрасно, все растет. Это еще я их по скидочке брала. Тут вот новый листик, видите. Оп. У этого корешульки прям аж вот растут хорошо. Вот новый листик. Тут если разбирать, конечно, у каждого есть что рассказать. У этого новый листик уже вот какой огромный. Я их вчера поливала. Теперь можно неделю к ним вообще не подходить. А то приды хорошие корни. Мне очень интересно увидеть, как она цветет. Вот тоже. Ну, короче, каждая. У каждой есть этот. Шикарный этот. Корневая хорошо растет. Тут у меня еще... красивыми листиками. Это орхидея такая светленькая, Pink Long Cherry. Ну, короче, вот все шикарные просто у нее растюхи. Кстати, вот эту покажу. У нее аж так спешит, что выросли аж 2 листика за все это время, что они у меня. Корешульки у всех растут. Все просто шикарные. Гуд Фортуна. Растет со всех щелей корешульки. Поэтому грех жаловаться. Это орхидея Red Rose, которая у меня цветет. Я ее отрезала без сплэшев. Вот у меня, короче, 2 Red Rose. Посмотрим, как зацветет. Да, мне очень интересно. Так, все пока растут. О, какие листочки шикарные, новенькие. Короче, вот это у меня орхидея Виктория Лейс. Боже, какая она капризная. Что я с ней только не делаю и никак. Вот не хочет, хоть убей. Вот и вот какой лист шикарный. Ну, все вот растут, жарко пока. Ну и правильно, нечего им цвести. Потом все положу на место. Так все и стоит у меня. Кстати, пока жара, у меня тут растет детка. Из почки.
Я просто взяла цветонос, засунула вот такую баночку. И вот такой у меня растет вот такая деточка. Не знаю, получится с нее, она этот блестит. С нее что-то получится. Нет, не знаю, но мне очень интересно. Короче, вот уже третий листик растет. Посмотрим, что будет. Стоит вот тут, на подоконнике. Вообще на нее не смотрю, не поливаю, не вижу. Вот у всех вот новые листики растут. Там вон листик растет. И эта моя никак не может очухаться. Подвяло немножко, видите, листики. У этого, от того, что цветет, у чемпиона, листик никак не может вылезти. Зачем так цвести на износ? Короче, у меня вот такие новости. Всем пока, до свидания.